резкое потепление, мягонький снежочек, минус 5, пару дней продержится, потом опять минус 30 по ночам и ниже, днем минус 20, то есть нормально, очень нормально. Так, последние новости, последние события, наконец-то вот есть хоть настоящий серьезный повод. Весь мир затаил дыхание и думает, чем закончится канадский Майдан. И я хочу вам объяснить, я не самый умный, конечно, такой. Среди земляков, на удивление, раз, два, три точно есть, которые поддерживают и пищат от счастья. Наверное, у них мужья, может, дальнобойщики. Хотя у меня, опять же, есть много друзей-дальнобойщиков, которые, конечно, это... Фу. Короче, скажем так, ну, по телевизору, наверное, пропаганду у вас очень любят, наверное, показали уже эти многомиллионные, там, все, блин, вся Канада, короче, на колесах. Это... На самом деле это не так. Есть ассоциация тракеров, то есть дальнобойщиков Канады, она... этот протест прокляла, condemned, да? Не поддерживает, не одобряет, отказалась полностью. Это один факт. Другой факт, что минимум 80, ну, похоже, что 95% тракеров привились и продолжают работать. Ну, то есть вот эту шушеру, что вы видите, они бы нашли другой повод не работать, во-первых. Во-вторых, скорее всего, их бы не пустили за границу. Ну, мы же говорим о тракерстве между Канадой и Соединенными Штатами, да? Почему они бунтуют, типа, потому что сказали, кто не привился, тех будут пускать еще за границу возить перевозки, грузы. Но это карантин же надо будет потом, там, неделю или две, блин, ну... Ну, короче, ну, прививайся, блин, и потом работай. Ну, короче, эти хлопцы, они всегда найдут причину, чтобы бастовать. Ну. А потом нужно объяснить какой-то контингент. Я не то, что обсираю сейчас кого-то или что-то. Саскачеван в этом плане ужасен. Мои дети почему не разбегают, почему они разбегаются, почему двое уже уехали в Британскую Колумбию, а третьи скрипят зубами и поднимают деток немножко, чтобы потом свалить. Ну, потому что это ужасно такой тупой российский регион, знаете. Для нас он нормальный, вот это. Как мы, русские, сядешь за столом, бухаешь, там про негров, про пиндосов, там про евреев, про то, про все, да. Так и они. Они точно такие же. Для моих детей это уже неприемлемо. Это расизм, это галей. Расизм, да? И потом это они мне присылают постоянно. Вот даже в Британской Колумбии такие единички, уроды есть. Здесь почему-то они всегда это считают, что мы против Востока. На Востоке там... Короче, нет, давайте повернем все обратно. В Онтарио, короче, нас считают за дебилов, за зверьков, за примитивов, за это самое. Ну, их можно понять, там вся цивилизация, там французскоязычная провинция, Монреаль, ну, там пахнет чуть-чуть искусством и то, и все. И все население Канады, скажем так, почти там находится, в Онтарио, да, ну, тем восточным ошметкам просто деваться некуда, Нью-Брансвик там и Нова Скоша. Пусть не обижаются люди на меня, которые там живут, между прочим, потому что я там тоже жил, я просто так это, стебаюсь, дразню немножко. Конечно, не ошметки, нормальные провинции, просто им надо прогибаться, два языка изучать и пытаться и елбаснуть, и лизнуть, и, ну, опять я стебаюсь. Ага. А потом есть Дикий Запад, они всегда корчат из себя, мы ковбои, то все. Ну, их тут три пальца обосрать, это Манитоба, Саскачеван и Альберта, в каждом по миллиону населения, представляете? И все, на этом сдохли. И вот это, они решили, что они такие, это, противники вот тех козлов, и всегда, когда кто-нибудь там, это, ну, короче, факт Трудо, они любят факт Трудо, значит, это. Да. И вот мои дети так прикалываются, когда даже там найдут иногда одного урода, у которого на автомобиле это написано. Ну, представляете? Ну, просто вот вы представляете это? Ну, ладно, опять же, если вы, ну, не знаю, в какой-то сфере работаете, то это нормально, знаете, вот это, опять же, не в обиду никому, ну, не знаю, ну, если ты сварщик, строитель, то все, там, с утра пораньше баночку пива открываешь, и жизнь прекрасная, и, конечно, факт Трудо. Ну, когда люди образованные, как-то немножко, ну, просто в голове не укладывается, даже в том плане, ну, как такой человек может иметь детей и может воспитывать их, и что он может им... сказать и чему он их может научить, когда папа приезжает с работы домой, и детки выходят, его встречают, или жена, любящая его, скромная, красивая, обаятельная, а у него на машине написано «факт Трудо», да? Ну, то есть, это конечно, это, такого не бывает, поэтому вы знаете, о каком контингенте идет речь. И вот этот контингент туда поплыл. Ну, нормальные, серьезные люди или грамотные люди, ну,
которые знают, как действует вакцина. Короче, я пытался с ними несколькими разговаривать. Это пацаны, лучше просто уйти в одноклассники и там общаться, честное слово. Там контингент, там IQ вот этот 15-18, он выше, чем вот у этих вот. Потому что у этих одно и то же. Я не буду в свое тело там впрыскивать херню, которая там не проверена. Понимаете, если он никогда об этом не слышал, то он считает, что эту херню не проверяли. Там, ну, что это совершенно новое DNA, а не с 50-х годов начались исследования. Или RNA, что это. Ну, ладно, не будем об этом. Когда ты пытаешься им помочь, скажешь, брат, ты вот прочитай эту книжку, он приходит на тебя взбешенный, такой, нахер бы я это говно читал, там совсем не это самое, что у меня, блин, это самое, или вот это самое. И ты просто это лбом так это об стену и думаешь, да, ой, хлопцы, езжайте куда хотите, блин. Ага. И другой аспект, что это просто собрались все дебилы, это не тракеры. Тракеров не очень много, но на митинги там к ним присоединяются, по пути выходит много тысяч людей. Это, опять же, те ошметки населения из всех отраслей, из всех сфер. Есть сферы, которые очень важны для нас, которые нельзя сказать, эй, сидите дома, да? Это медики, это полицаи и некоторые другие. И вот к ним подошли довольно жестко и сказали, кто не привился, тот не может работать. Ты не можешь работать с людьми просто, если ты не привился. И таких поувольняли. И таких, ну, буквально 1-2, максимум 3%. И вот это все выплыло и тоже присоединилось к этим тракерам. Мол, отмените все эти прививки нахер, и нам тогда опять будет счастье, мы тогда опять сможем работать. Да? Ну, а нормальные люди просто смотрят на это все в шоке. А что вы хотите там, типа? И идите в задницу тоже. Вот нормальные люди говорят, я вас туда не посылал, за меня воевать не надо. За меня воевать не надо. Я привился 2-3, и я не тупой, я понимаю, что это вирус, что он будет мутировать постоянно. И я не возражаю, что мне придется еще раз привиться. И я не возражаю, что мне придется каждый год прививаться, потому что именно от гриппа мы так и делали, каждый год прививались, потому что менялась эта вариация вируса. И, короче, пацаны, с тупыми это вообще лучше не сражаться, а просто набирать попкорн и смотрим дальше, короче. Там они уже начали танцевать на... Ну, как у вас есть памятник советскому солдату, там тоже есть томп. И там они уже танцевали, значит, и Терри Фокс, это пацан, который без ноги бежал, собирал деньги на лечение раком и, ну, пытался... Ну, знаете, наверное, Терри Фокс, неужели всем дикий, да? Ну, его они уже там обесчестили, там всякую херню на него повешали. И самое главное, флаг страны вверх ногами. Это считается ужасно, это считается позорно. Знаете, ну то, что все равно вы пошли бы там воевать или бастовать за величие Руси, срали бы на русский флаг или топтали бы его или что. И так вот они сделали. Ну, это есть очень неумные, недалекие, невежественные люди, я считаю. Считаю с буквой «щ» и «е». Ну, поэтому просто... Лишь бы не было войны, конечно, но, скорее всего, она будет просто. Там уже постоянно порывается, уже и банка пива кидали там в полицейского или что. А здесь такое категорически запрещено. И, возражая культурно, только один раз ты какую-то агрессию проявишь к товарищам полицейским, они не проплачиваются елбасами никакими, они просто следят за порядком. И то есть ты пойдешь куда надо, значит, тоже под конвой. Ну, как-то так. Ну, а самый главный аспект, пацаны, Вот старики мои, сука, знаете, ну ни один из них, сука, ни с вилами, ни с граблями не бежал, блин, за красную власть, потому что им некогда было, потому что они работали, сука. Ну и, блин, ну и вот сейчас, вот, сука, откуда у вас время, откуда у вас бабло, блин, ехать, блин, неделями где-то, блин, заправлять эти безумные траки нахер и пробивать свои дебильные идеи, откуда у вас, суки, время, блин, я не знаю, блин. Вот их товарища Сталина на них надо и точно под конвой, только в другую сторону, блин. Ребя, я из бани. Фух, голый, гладкий, дышит тяжело, как Вася Теркин. И зубами, и языками работает, не свело, значит, ну. Пацаны, это что это? Давайте немножко про информацию, потому что я вижу, когда я вот так голиком треплюся, то у некоторых пацанов ломка. Ну, вот, что в одни ворота играем? Почему это значит Казахстан, Елбастан будем именовать? Раз так, давайте все остальные страны тоже переименовывать. Вот давайте начнем с Белоруссии, блин. Я не знаю. Вот
Унижать же нельзя, мы же Казахстан не назвали там Урюкастан или там это, как там называется, не Бурдалак, а это Бишбармакастан. Мы назвали в честь главного этого самого, блин, Солнцеликова, правильно? Елбастан. Ну, так и с белорусами тоже на такой подход. Нельзя оскорблять, унижать людей, там, Бульбастан или как называть. Надо в честь, значит, Солнцеликова. Предлагаю назвать Батькастан. Звучит нормально, и мужик серьезный, и сын у него тоже. Если что, калаши в руки возьмут и это... Постоять за родину мать, короче. Пацаны, чего я над вами так стебаюсь, не знаете? А потому что мне остыть надо, прежде чем я в душ пойду. Поэтому, ну... А так-то нахрен бы мне сдались эти, блин, Урюкастаны, блин, правильно? Все мы в Стане живем. Я в Канадастане живу, блин. Ничего, нормально, блин. Никто его динамита Стан еще не назвал, блин. Фух, не болейте, пацаны, предохраняйтесь от ковида, блин, колитесь нафиг. А давайте это, но все равно ватным это же никаких аргументов не убедишь, только это фактами. Давайте я вам расскажу один интересный факт. Ну, на севере там все круто, там живут такие люди, которые, короче, государство всегда обижает, всегда им мало, и кроме многих денег им еще дают это все на свете, и в том числе медицину. Вот медики постоянно туда-сюда мотаются и заезжают к нам, ну, потому что, ну, как устоишь против тети Олиных кулинарных, изысканных вкусняшек, правильно? И вот когда болтаешь с этими мощными докторами, я говорю, слушай, братан, это чисто по-русски, давай я тебе полтинник дам, подкинь вакцину. Он говорит, ой, Вован, ты знаешь, это там проблема-то в том, говорит, если откроешь, то надо сразу использовать там в течение сколько-то часов. А иначе протухает. Там же все на яичном белке, блин. Ну, говорит, ты знаешь, что я делаю? Он по секрету мне рассказал. Говорит, когда вот заканчивается, там в пузырьке немножко остается, я, говорит, шприц набираю себе сандалии, говорю, в руку. Блин, говорю, молодец, чувак. Только, говорю, ватным это не говори. Пусть они, блин, это противятся, нам больше достанется. Ну, как-то вот так вот. Доктора, они не дураки, блин, они знают. Они вам не рассказывают ничего. Они говорят, да, мы одобряем ваш выбор. Да, это ваше право. Не колите всякие там непроэкспериментированные, непроверенные никакие там гадости в себя. А сами втихушечку вот так раз и раз это. Ну, молодцы, блин. Так и надо с ватными. Ассаламу алейкум, пацаны. Вообще, мне иногда кажется, канал, знаете, о чем? Потому что спрашивают, о чем канал? Канал, он какал, это, ну, канал какал, это, ну, блин, просто о том, как вот человек, это, уехавший с родины, стареет, старится, он с каждым фильмом, видишь, как у него рожа, то все, волосы меньше, блин, голова дурнее, мысли дебильней, высказывания вообще хер знат какие, и вообще говорит сумбурное, непонятно, для некоторых. Для некоторых. Большевики очень не любят, когда говоришь быстро, потому что у них мозги отмороженные, и им нужно говорить медленно. Ну, как программа «Время» там или что-нибудь. Ну, чего мы включили телевизор, пацаны? Сейчас, это, ну, короче, есть такая гениальная вот вещь. Люди, которые с тобой родились в одной стране или тем паче в одной деревне, они считают, что ты должен с ними разделять их убеждения и их мировоззрение, и они искренне верят, что вас что-то объединяет. Знаешь? Ну, попал в тюрягу на шконку, и там пять братков, один за мокруху, один там хер за чё, блин, за порнуху, другой за педа... это самое, блин. И нас что-то объединяет, понимаешь? Пацаны, я не выбирал, где рождаться, блин, я не выбирал, с кем учиться, с кем служить, блин, поэтому не то, что я презираю, там, или то, все, блин, там, или зазнался, ну, нет, ну, просто я по жизни выбираю себе, наконец-то появилась возможность выбирать это круг таких нормальных, адекватных, или по моим понятиям адекватных людей, может, они для вас неадекватные, хер его знает, да, ну, интернет в этом очень помог. Интернет, кстати, очень разочаровал, а раньше было хорошо... Раньше всегда было хорошо, знаете, это вот еще вот пойдешь раньше, еще лучше, еще, вот пока вот в пещеру придешь, и там камень об камень, искра, и возгорится пламя, вот тогда вообще хорошо. Ага. Не, ну правда, когда не было интернета, когда еще дуракам не продавали, говорят, эти компики, что пришел домой, открыл, и все. А сейчас уже компов нет, все, вот такая херня, блин, сидит там пальцем, блин, если сможет там где-то продрочить это, то найдет что-то, блин, уже умный. А если еще тычет пальцем, напишет, а некоторые еще голосовую поддержку находят, как включать, а вообще пиздец, извиняйте, ага, капец, значит, это писец, ну, полярный. Ага. А раньше было это, ну, просто компьютеры появились, и тупят, там некоторые сидят, вообще ни хера не врубаются, а раз там ньюс-группы надыбал, ну, а там только, ну, у которых IQ там больше, чем 54, там тусовались, уже было приятно как-то, ну, не хамили там хотя бы, ну, это, так все. Пацаны, зачем включили мы вот этот телевизор, значит?
Письмо пришло, письмо из далекой Германии. Ну, вы знаете, да, что в Канаде сейчас это самое. Мужики, короче, сели на большие автомобили и поехали протестовать на Кремлевскую площадь. Ну, там, потанцевать на памятнике погибшему солдату, там, это, то все, блин, ну, как положено все. Знаете, пацаны, вот есть такие маленькие ключевые моментики, которые надо так это просто наблюдать, так и смотреть. Дональд Трамп одобрил это, очень одобрил. Если Доня это одобрил, блин, он, сука, никогда ничего хорошего не одобрит, блин. Никогда, ничего нехорошего, никогда. Это уже должно вызывать подозрения. Ну, как я вам говорил уже, да, есть эта ассоциация тракеров, она не одобрила эту херню. Ну, потом 95% привитые, они работают, они ездят, они тоже это не одобряют. Ну, говорю, что херню занимаются? Мы тут таскаем, блин, пиво, туалетную бумагу, то все, блин, тампоны для баб, а вы тут это, дурака валяете. Давайте тоже, блин, это, штампуйтесь нахер и вперед, блин. Шучу, пацаны. Так, письмо из Германии. Имя не буду, это, чтобы это не обижать человека, правильно? Ну, скажем, Семен Петрович. Мы земляки, Володя, оба из казахстанского севера родом, потом Германия. Но не только это нас объединяет, гораздо больше роднит нас жажда свободы и ее обязательное наличие. И, конечно же, жажда справедливости, иначе никак. Сейчас меня просто распирает желание сказать, прокричать кому-нибудь из канадцев мое огромное спасибо. Ну, их там мало, он тем кричит. Обнять и выразить мое восхищение. То, что вы делаете, то, что народ Канады сделали для всех нас, желающих думать в первую очередь своей башкой, просто не имеет цены. Это даже не луч, это прожектор света. Блин, лучше вы мозгами думали, чем башкой, блин. Сегодня опять пойдем вечером, что называется, Гизихцайген в нашем маленьком городе Баварии. Небольшая достаточно группа упоротых, да, что уже 2 года не желает становиться на колени. И я, конечно же, буду с красно-кленовым флагом. Вот эти дебилы, блин, всю Канаду тебе прославили. Прости мне забранное у тебя время, как там об этом у Синеки-младшего. И всего доброго тебе и твоим любимым. Еще раз спасибо. Мано-мано, пацаны. Ну, вот так у людей создается лживое впечатление такое, что я детям говорю, ну, что будем молчать? Вот вы знаете, в моем окружении, у меня огромное окружение, очень много людей, я знаю. Но никто эту херню не одобряет, никто. Потому что девиз у них простой. Мы против всех этих мандатов. Отмените маски, отмените вакцины, блин. Не заставляйте, суки. Окей. Отменим маски, все. Эти упыри будут приходить без масок, заражать меня, моих родных, моих детей, убивать нас своими вирусами мутирующими, блин. Это их свобода. Идите в жопу. Это вот у эсэсовцев такая свобода была. Я ариец, у меня свобода, а ты давай, Рус Иван, блин, в крематории нахер. Еще некоторые могу привести вам примеры свободы. Однобокая такая свобода, знаешь, блин. У коммуняк своя свобода была, блин. Засуньте себе свою свободу в жопу, блин. Дайте нам жить, блин. Нас больше, блин. Вот стреливать вас начнем. Я вас троллю, пацаны. Я ему написал, так и так, Семен Петрович, эти канадцы репрезентируют менее 5% всего населения. Остальные 95% их ненавидят. Ну, Ну, ни одного проблеска разума, сука. Ну, блин, ну, охрана окружающей среды, блин, холодно, блин. Дизель, блин, знаете, как он воняет, да, блин? Сука, миллионы прут, блин, туда-сюда. Блин, на что-нибудь путевое там, где-то ребенок, блин, от рака помирает, блин, денег нету, да, блин. Тут, блин, миллионы, блин, набашляли, блин. Сам факт того, что Дональд Трамп одобрил этих борцов, говорит о многом. Он никогда ничего хорошего или умного, или доброго не одобрит. Никогда. Ну, их идею я уже объяснил. Ну, больше всего меня поражает, знаете, у меня очень много знакомых медиков, и они всегда рассказывают про этих понторезов, блин. Они герои пока так, а потом, когда их скрутит, сдохнет, блин, он не признается, о, я был неправ, там, о, да, вирус существует, о, да, прививаться надо. Нет, они просто пускают сопли, блин. Вы знаете, сколько их надо в развитых странах? Я не знаю, как у вас там, наверное, просто нас катамигильник отвозят, и все, блин. Ну, цифры-то я знаю. Ну, у нас, блин, 4-5 медиков, знаете, там, один за голову поддержит, что перевернуть, там, жопу ему вытереть, блин, прежде чем сдохнет. А хуже того, что они ни хера не сдыхают, блин. Они живут, но они потом вот такие вот все. И мы же, суко, опять их оплачиваем, блин. Их дебилизм и их дальнейшую позорную, бессмысленную жизнь, которую они угробили сами себе.
тем, что не прививались, понимаете? Это очень больно, блин, и вообще, что не напрягает медицинскую систему, как я же неоднократно объяснял. Я не буду зачитывать свой ответ, но просто я не знаю. Но 25 раз одно и то же, блин, объяснять это уже, как просто легче пойти, блин, в Израиль поехать, там головой об стену плача так постучаться. Хоть тебе тейка на лоб, чтобы не разбить лоб, блин, надо это, наверное, да? А для этого можно... Или они так задом стучатся, поэтому, наверное, сзади эти бутейки у них так. Так, кого вы еще обосрать, пацаны? Так, что еще хотел сказать? Блин, забыл. Так мысли скачут, как скакуны, блин. Ну, ладно. Ну, вообще, а нахера, блин, ехать это в Баварии, блин, чтобы это... Ну, возвращаешься назад, блин, в свои чуть-чуть станы, блин, и там свободы сколько хочешь. Пришел, все, говоришь, я хочу бесплатную хорошую там вакцину Pfizer. И тебе говорят, пошел, и все, и ты свободен. Все, свободен. Даже воевать не надо, блин. Столько свободы, блин. Нет, сука, блин, как турки, блин, приезжают в Германию и поджигают автомобили и киоски, они воюют за права своих турков в Турции, там, блин. Поджигая автомобили германских жителей, блин. Так и эти, блин, ёлки-палки. Я не знаю, чем больше вот людям это халява, тем они, по-моему, это самое, блин. А вообще, пацаны, знаете что, давайте книжку, просто возьмите одну книжку, прочитайте. Ну, вот сейчас книжка есть, это Codebreaker, The Codebreaker. Видите, вирус, сука, свободоносцы принесли. Ага, The Codebreaker. Наша ровесница, ну вы знаете, сколько мне лет, 85, она это самая, шучу, уже книга написана после начала ковида и объясняет, ну просто, наверное, нахер. Я еще ни одного упыря не видел, которому говоришь, вот возьми, прочти, и он скажет, окей, я возьму и прочту. Ни одного, блин. И на этом стоим и стоять будем. Для этого интернета и придумано. Чтобы сраться друг с другом, кидать в друг друга какашки и никогда не изменять своих убеждений и мнений. Вот так вот. градусов всего, а надо, чтобы было 80. Когда 80, тогда идем и греемся. Ну, 80 по дефолту, я иногда выставляю 90, а потому что датчик ниже расположен, то наверху там 100, а если еще водичкой хорошо попшикать, то вообще это, ну, как тот инцидент у товарища Шипшина в Калине Красной или где там, ну, вообще фиг выдержишь. Динамит, ты тут кончай это самое, тетя кофейными этими самыми удобряет эти растения, а ему нравится, думает, это что-то такое, и потом балдеет тоже, кофеек кушает, короче. Пацаны, обычно после бани же включаем камеру, сейчас хочу включить до бани, блин. Ну, хорошие у нас, да, такие традиции пошли, предбанные или послебанные рассуждения, значит, это... Ну, чтобы мне не трепаться, короче, в комментариях, то все, ребята, стучатся, находятся, ну, немного, вообще немного, единицы, конечно, к счастью. Ага. Которые пишут, брат, смотри, мы побеждаем, или молодцы, канадцы, вперед, блин, вертели они нахрену, блин, этих. Ну, не совсем так, да, ребята, это. И обижаются на меня, видимо, ну, почему я не присоединяюсь, почему не беру булаву там или дрын и не побежал вместе с ними радостно. Почему? Потому что я люблю интеллект. Я люблю мозг, я люблю разум, я люблю науку, я люблю факты. И я бы с радостью присоединился, если бы эта гвардия шагала ребят, ну, образованных. Или хотя бы таких, которые умеют писать без ошибок. Ну, и главное это, ну, какие-то цели, задачи просто там это. Ну, просто так это давай, сейчас расхерачим все. Ну, здорово, блин. А строить кто будет? Или, ну, какие аргументы вообще? Как, вот давайте это, ну, допустим, это лидеры у нас есть грамотные там. Они выходят вот так и так. Вот на основании таких вот этих ресерчей, значит, и изучений. Вот мы не согласны, значит, со статьей, которая была опубликована в 87 году, когда DNA там это самое. И потом это в 95 году, когда вот это мы не согласны вот с этим аспектом. И поэтому мы опровергаем эти вакцины, то все. Вакцины изобрели не вчера, не позавчера, ребята, блин, это... Вы еще это в зародыше там были, где-то сперма еще были, а уже народ работал и кромсал DNA, и все это... Можете сами все это прочитать, проинформироваться. Все это есть в интернете, тоже онлайн. Последние лет 10-20 сразу же публикации все публикуются онлайн. Ну, CRISPR, допустим, CRISP, знаете, CRISP, кристальный такой. Вот CRISP, только бы там не Е, а потом R на конце, CRISPR. Можете почитать, ну...
Уже ребята есть такие биохакеры, ну, не которые компьютерщики-хакеры, а биологические хакеры, сами себе там это продают даже на дому из гаража, тоже эти киты можешь там сделать, чтобы у лягушки мышцы в два раза больше выросли, хочешь себе сделай это, все это. Ну, короче, можешь менять ДНК и свой это, но давайте не будем об этом. Просто мне не нравятся, короче, такие движения, которые это без головы, без мозга, а просто ура, ура, вот видишь, нас много. Вас много, потому что, ну, это, ну, если все говно наверх всплыло, не знаешь, что его много, что весь океан в говне, правильно? Просто оно наверху, а внизу, что там творится, хрен его знает, правильно? Ну, если 95% людей привились, то, ну, как вас может быть много, правильно? И хоть сколько вы там это придумаете цифры, 14 тысяч или 140 тысяч, или это 1 миллион 400 там траков-то это. Ну, основная масса 95% тракеров работает, возит продукцию, то все. Ну, поэтому, ну, не так уж вас много. Ну, а другой момент, знаете, вот это, ну, мухи вот на говне, ну, их, может быть, миллион и скажут, о, говно вкусное. Все равно нельзя верить, даже если миллион мух скажет, понимаешь? Ну, как-то, я извиняюсь, это я вас обижаю немножко, сравниваю вас с говном. Или с мухами, или с чем. И трудно от вас чего-то требовать, просто нельзя же требовать. Вот ты возьми, вот и прочитай. Потому что вот это самое убийственное. Вот это больше всего тебя ненавидят, когда ты говоришь, возьми и прочти. Ну, во-первых, это, ну, не все умеют хорошо читать, а во-вторых, это не все умеют переваривать прочитанное, потому что если бы они умели, они бы взяли, они бы, короче, не являлись бы водителями грузовиков, скажем так. Ну, поэтому не в обиду, пацаны, не в обиду, ну, и, ну, как-то и глупо, знаете, вот давайте сейчас это трахнем, короче, презика и отменим все законы. Определяйтесь, блин, или рыбку кушать, или презика трахать, или законы отменять, и опять же аргументированно их отменять. Вы же не думаете, что это, блин, в Канаде, как и на Руси, это презик сидит и сам принимает решение. У него есть эти тайные советники вождя, все эти медицинские службы, которые то все там это, и, ну, короче, аргументировано все это как-то. Ну, а самое больное, ребята, все-таки, знаете, когда это, люди сходят на дистанции. У нас война, жестокая война, война с вирусом, знаете, и нужно выстоять, выдержать. Ну, как всегда вам говорили, нужен переломный момент. Они не все знают, они все тоже это, методом проб и ошибок. Ну, как-то мы, ну, мы движемся к победе, знаете, чем больше людей прививается, тем как-то это. Если дважды привит, уже хорошо, а если дважды привит и ковид схватил, то вообще хорошо, уже как будто бустер-шот ты получил, уже считай трижды привитый. Ну, одного привитого, трех непривитых дают. Помните Суворов, да, или Кутузов там? Это я шучу опять, ребята. Ну, в принципе, что-то мои мысли скачут, как скакуны. Я никогда не успеваю закончить одну мысль и перескакивать на другую. И это очень сложно, особенно для большевистского ума. Ну, и вот представляете, мы уже, ну вот на победе, уже грань, все. Еще до того, как тракеры там начали это жопу утром вытирать и кофеек себе наливать, и музыку там слушать, настраивать себе, чтобы веселее было ехать по асфальтированным дорогам нашей державы, значит, уже были приняты решения, что с 1 февраля, значит, отменяется там то и сё, 5-10, открываются там эти тренажеры, потому что, ну, это нахер кому грамота нужна, мышцы, качать надо, мышцы, пацаны, ну, сильным быть, а нахера быть умным, правильно? Ну, и все это открывается. И все эти QR-коды будут отменять, и вакцинирование тоже отменять, похеру, это вакцинирование, ну, потому что если 95-98% вакцинированы, ну, с какого хера этих 2% упырей там гонять, правильно? Так сдохнут нахер, ну, как-то так, ну, не нахер вообще, ну, конечно, неприятно, конечно, контели с ними много будет, но все равно, блин, ну, так что все это было уже хорошо, а вот это, ну, и вот этот тренд такой, знаете, зачем я это все объясняю, вы, наверное, сами по жизни знали, очень часто встречали таких... хлюздуны их называют. Пошел на охоту с ними. Блин, все равно ни хера нету, все равно ничего не бьем. Пошли домой, да что мы тут, как дураки, блин, сидим, ждем. Знаешь, и вот это, пару раз таким поохотился, дадите в задницу нахер. С тех пор стал волк-одиночка просто. То же самое на рыбалке. Ни хера не клея, пошли домой. Думаешь, сука, я 5 дней готовился, блин, ночами не спал, блин. Мечталось, блин, как там это, чудо-рыбу кита поймаю, а ты тут гандонище гундишь, блин. И вот такие хлюздуны везде, везде по жизни. С ними нельзя, пацаны. И вот и война будет то же самое. Да ну нахрен, собираем манатки, пошли домой, все равно мы победим. Я уже устал, уже жопа мокрая, макоби, жрать хочешь, мам хочешь, знаешь. И вот эти вот гондоны вот это также не выдержали, блин, на последнем рубеже и тоже. Ну какие же это нахер герои, блин. И вот это, знаете, все во всем мире вот это одинаковые. Вот два сапога же пара, они нашли своих кумиров, тоже героев. Обосраться, и в Аргентине 5 человек, и, блин, в Германии 85 человек. И, блин, где-то там на Мухосранске, блин, 3 человека. Во, блин, канадские герои, молодцы. Вот они покажут. Чего они покажут? Подтяни штаны, не показывай, нахер никому не нужно. Мнение у каждого есть, оно как очко, у каждого есть, но не каждый его показывает. Особенно, если оно не очень такое, знаешь, ну...
И, ну, жалко, жалко, просто обидно. Ну, кто хочет немножко вообще это вот, просветиться, это The Code Breaker. The Code Breaker. Код, знаете, да? И вот который взломщик кодов, The Code Breaker, так называется книга, написана уже после того, как вирус нас шарахнул. И все-все-все расписывают. Для самых тупых, прямо с прошлого столетия, какие ресерчи проводились. И потом как-то в 50-х, как мы DNA начали подкатывать, а в 70-х вплотную, а в 2000-м вообще уже, блин, пинаем его как хотим, блин. Ну, и это, ну, ну и вообще. Ну, они даже не знают, наверное, что кровяные тельца это костный мозг вырабатывает или что, и что можно-то извлечь его и поменять у него там это пару штук. Это. И что есть два вида модификации. Это не DNA. DNA, она это... DNA, знаете вообще, что такое? Это дезоксирибонуклеиновая. Дезокси это дез... Окси. Без оксигена она. Потому что РНА, она круче. Рибонуклеиновая. У нее, блин, на 1 рубль больше, понимаешь? У нее оксиген есть. А дезокси у нее ни хера нету. Она просто, она вот тупая. Это твой ген там лежит, этот жгут, блин. А вот РНА, вот она вот рибонуклеиновая. Она бегает, блин, зараза. И вы знаете, что это? Вот эти бактерии, да? Бактерии, они... уже биллионы лет воюют с вирусом. И они нашли прекрасный путь, как с ним воевать. Они просто берут его штамп и себе вставляют в ДНА. О, смотри, браток, вот ты пришел, ты хочешь там залезть, а у меня уже есть. И вот так 8 штук подряд. Пошел нахер отсюда, понял? Вот так, ну. И когда это человечество все это просекло, и все это, ну, в 2000-х годах уже все раскусили это все. И теперь просто есть два вида вмешательства. Один есть это... к тебе в тело запустить, а второе, ты у тебя из тела извлечь это кровь, допустим, кровяные тельца или костный мозг, и это чуть-чуть это переделать, перепрограммировать и отправить назад, и все, и твои клеточки начинают дружелюбно вырабатывать против коронавируса или против рака и все. Нахер я вам все это рассказываю? Если у вас не хватает ума понять простые базисные вещи, то нахер я вам такие сложные рассказываю? Не знаете? Вперед, вперед, блин! Ну, вообще, это... Ну, ладно, все, давайте замнем, блин, на эту тему, блин. Флаг вам в руки давайте. Освобождайте нас, все, поднимайте нас с колен, блин. На вас вся надежда, братки. Благодаря вам мы достигли, значит, это самое, охеренных успехов. Тудим-сюдим, блин. И в космос летаем, и планшеты вон есть, и смартфоны. Все это благодаря вам, братки. Благодаря вам, которые ни одной книги не прочитали, которые с ошибками пишут, и которые, блин, это самое, кроме кручения руля, блин, ни хера ничего в жизни не выучили, блин. Пацаны, последний аспект такой. Вот это движение одобрили только две личности. Первое это Трамп. Ну, как я уже сказал, Трамп никогда ничего хорошего не одобрит. Поэтому, если Трамп что-то одобрил, то мандец, надо просто бери рюкзак, беги домой, блин. А второе это Илон Маск. И вот тут бы тоже, пацаны, ну, хоть бы немножечко мозг включили. Илон Маск, да? Он стал богатым не потому, что он тупой, понимаешь? Чувак сидит, думает, нихера себе, блин, ну совсем зажали, блин, с этими спутниками, блин, ну, блин, этот Безос, блин, амазончик, блин, все в суды подает, блин, блин, потом это на Марс лететь, блин, на Луну лететь тоже задолбал, судится и судится, блин, а с автомобилями вроде наладил немножко, беспилотные, значит, Теслу, блин, зарубили нахер, потому что две штуки куда-то врезались там в полицейские машины, все капец, грузовики беспилотники начал делать, блин, тоже один где-то что-то съехал с дороги, блин, задушили, а тут херак, смотри, пацаны, блин, поперли. Молодцы, пацаны, спасибо, братья, флаг вам в руки, блин, молодцы. То есть он, чувак, сразу просек. Эти дебилы мне помогают, чтобы мои беспилотники продвинуть. После вот такого вот конвоя, блин, государство придет, скажет, Илоня, блин, вот подписываем, не глядя. Херач, беспилотники, нахер нам эти пилотники нужны. Чтобы больше никогда в жизни такого не было. Чтобы больше вот эти банда, блин, этих самых, блин, неандертальцев не приезжала никуда, не танцевала нигде, блин, понимаешь? Вот Илоня, блин, и обрадовался. Вот ему помогли, блин. И поэтому он вас благодарит, поэтому он вас поддерживает, пацаны. Он бы и деньгами поддержал, но нельзя. Потом, когда это патент, это все это, ему могут это воткнуть, и все это противоречие интересов, знаете, конфликт интересов. Ну, поэтому миллионеры, они умные, сука, они очень умные, блин. Они чуть-чуть умнее, чем антиваксеры. До свидания, ребята. Сходил в баню, мозги прогрелись хорошо и думать начали хорошо. И до меня дошло, я понял, я все понял и хочу с вами поделиться. Знаете, что я понял? Все вокруг дураки. Вот, только я умный, только я, вот.